В Архангельске опустела коробка смелости. Напомним, из нее берут игрушки онкобольные дети. После неприятных процедур единственная радость для малышей – подарок. Тут вот заводные игрушки, яйца, книжки, резиновые игрушки приносят. Наполнить коробку смелости может любой. Ее содержимое предназначено для малышей из онкоотделения детской областной больницы. Коробка смелости стоит в каждом процедурном кабинете. Именно его особенно боятся дети. Здесь берут пункции, делают уколы, перевязки, устанавливают и промывают катетеры. После каждой процедуры поощрение за смелость – игрушка. Сейчас больница коробка опустела. Принести подарок можно в гипермаркет на улице Южной. Запрещены старые, мягкие и бьющиеся предметы. Также, как в детских садиках, просят не предоставлять, потому что, видимо, скапливается много пыли, каких-то бактерий и, возможно, даже какие-нибудь инфекции могут находиться в игрушках. Сами приезжают, просят упаковать нам, мы запаковываем в коробки и отдаем это все, передаем. Организаторы акции напоминают, в больнице лежат не только малыши, но и подростки. Им интересны настольные игры, наборы для творчества, лото, домино и другие развивающие игры. Каждая организация у себя может также установить коробку смелости. Наша организация, Северодвинский медиа-центр, уже подключилась к акции.